аккуратно ступишь так. Дом. Вот поэтому я хочу поворотать. И что толку от этого пауэрбэнка, видишь же, какая ситуация. Ну, если бы у меня был, сейчас бы раз такой ежу. А у меня же есть пауэрбэнк. Ну да. Перезвони мне срочно. Ой, блин, что там у него случилось опять? Если ты это катишь, по-любому это скажешь вслух. Ну что, как раз приедет Куат Орлан посмотреть игру. Интересно. Так, блядь, через две игры аж Куат Орлан. 4 часа же. Фантазер. В Европе это есть. Ну, у нас лет через 200 будет. И то сломают. Алмаз, возьми своего. Алмаз, ты будешь еще? Пари. Еще. Хорош. Подожди, помоги. Пойди, закрыть.
Женя, у тебя в машине есть USB вот такой вот, зарядку поставить? Да. Давай в перерыве поставим, пауэрбанк чуть-чуть подзарядим, пожалуйста. Тут, прикинь, что-то он мне разрядился почему-то, я не понял. Что? Спасибо. Шили проблема. Сейчас на этот матч хватит. Сейчас мы, короче, к Жене в машину на USB вот этот поставим. Да не бойся, ты что? Сейчас кончится. Шили, отключи. Угу. Быстро поставим. Отскочи, Алмаз, отскочи. Ну. Али, стой! Что, в среднем 10 минут, 10% на матч уходит. Я тогда засекал. 50%, ну 48% есть. Эдик, может, пока что время не терять, может, там пацанов, какая машина, у них спросишь, может, поставить к ним пока, пока они здесь. А там чья-то? Я не знаю даже. Попробуй, пожалуйста.
Вот, ну знаешь, да, как заезжать? Вот сюда, в этот, вот это, а этот в машину. Пошли, 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 п
Алло. Хелп, крошка, хелп. Прикинь, пауэрбанк не зарядился, короче. На твоей зарядке стоял, прикинь, не зарядился. Привези свой пауэрбанк, пожалуйста, я за такси тебе отдам деньги. Пожалуйста. Или отправь на такси, мы здесь встретим. Чтобы тебе туда-сюда не мыть. Я не знаю. Ну, видишь, у тебя вот это... Да, все, он моргал. Все, без проблем моргал. Заряжался. Я с утра вытащил, все, забрал, убрал в этот, в сумку. Ты отправь на такси. Ты дома? Вот, отправь просто, вызови такси. На такси отправь пауэрбанк на вот этот адрес, на Луначарского. А мы здесь встретим. Я расплачусь. Да, все хорошо, и я здесь расплачусь. Все, давай, спасибо. Она не захочет доехать. Она сейчас на такси отправит. Встретишь, ладно? Все, я денег дам. Фу, ну слава богу. Да, она сейчас перезвонит, он скажет. Че, он сказал, я не поеду? А? Че, она говорит, я не поеду? Да нет, просто смысла нет, и ей сейчас, прикинь, этот. Или 1000 надо на такси давать. Или она за 500 просто сюда отправит, а я вечером ей отвезу назад. Или она сюда 500 и обратно ей 500. Ой, ну да. Что ты такое говоришь? Что ты такое говоришь? Это недосыпы мои. Доброе утро, неси давай попей. Сейчас. А, ты когда здесь второй? А, да. И что? Какой второй? Это первый еще идет. Я нажимал тут. Так, а сколько он начался? 30? Где-то сейчас минут 17 уже отыграешь. Да, еще. Какой 3 минуты осталось? Минуты 3. Алло. Алло. Ничего, на футболе снимаю. А? Нет, этот, утром я поехал. Ну. Ты чё как? А, живой? Нормально? Ништяк. Чё? А? А, все хорошо, хорошо. Давай я вечером приеду, порешаем. Вечером приеду, поговорим. Ну, позвоним, в смысле. Угу. Все. Я, ну, где-то до 6-7 вот так вот примерно. А потом я на тройку сяду, на ЧСБА и выйду. Отсюда, с Луначарского, и это. Слава, что не звонил? Слава, не звонил? Конечно, но. Ну, ясно, короче. Ну, давай, чё, кого там вечером пересечёмся? Ага, давай, что-то. Игорь, снимай, первый тайм кончился.
Алло. Алло. О, господи, боже мой. Это ты индрайвер? Ничего страшного, Кать, там же фотография, номер же, все есть. Ты что, они же официально зарегистрированы. Ой, Эдик, у тебя есть хорошее такси? Надежное? Надежное? Как? Яцевич Эдуард говорит, когда я звоню. А, да? Господи, боже мой. А Яндекс может быть? Да любое такси зарегистрировано. Через индрайвер этот? Не опасно же вызывать через индрайвер? Это, конечно. Ну, я и говорю. Вызывай через индрайвер. Через индрайвер на адреса. А. Они же платят неустойку, если не будет. Господи, ну что ты как это кипишуешь? Отправляй! Я тебе вечером же привезу, я же до тебя вечером приеду. Под него, под него! Куда? Давай, жди. Дима! Хорош бег, бля! Самый хитичный человек, которого я знаю в своей жизни. Дай по игрокам, набили! Не пару дней пообщайся, потом надо паузу брать. Я с ней, братан, 13 лет общаюсь. Так. Давай, сели, сели, сели! Это он с пауэрбанком уезжает. Банком уезжает. Я вообще без пауэрбанка остались. Твою дивизию. Подойди сейчас сюда, они здесь сейчас будут выезжать, крикни им про пауэрбанк. Эдик, пока не уехали, подойди, пожалуйста. Пойди, пойди!
ассист. Алло. Алло. Угу. Конечно, конечно, не волнуйся. Все. Все, Митсубиси Диамант. Ты ему объяснила, куда подъехать? Угу. Все. Все. Угу. Все отлично. Ага, давай. Давай. Сейчас подъедет Митсубиси черный диамант. Бриллиант. Этихад? 600. 600. Диамант. Как он выглядит вообще? Сейчас увидим черный диамант. Митсубиси диамант. У него морда никакого. Угу. Вот они.
Венгер играть. Где Венгер играть? Блокировка была. Блокировка. Назад мячу. Веди на штангу. Полазь, мать. На штангу стой. Вот юшу играй. Эдик. Угу, 347. Я запомню, если что. Угу.
Кто ассист? А? Четвертый гол. 99-й ассист. Четвертый гол, 99-й ассист. Кимингер, да. 99-й ассист. Райан, с тобой. Не кипи, Райан. Не говори. Записал? Все встретили, все нормально, забрали. Да, все в порядке. Угу. Все, спасибо, давай. Последний, который. Все.